Так, ребята, всем привет! Сегодня у нас будет два дегустационных обзора в одном. Значит, первое, я вам говорил, что у меня есть вот такой доктор Пеппер вишневый, но суть в том, что он из Польши, польский. Вот, я так его еще не открывал, мы будем пробовать. И вот такая вот шаверма, это и шаверма из магазина Пятерочка. Сейчас, подожди, стол трясется. Шаверма из магазина Пятерочка. Вот, стоит она 120 рублей. Я не знаю, вот такая она маленькая. Ну, самую верхнюю упаковку я уже выкинул. Вот, поэтому давайте сначала начнем с Доктор Пеппер, как Леха скажет, Хомяков. Рецепторы надо будет. Так, пахнет. Ой, пахнет очень прям вишней. Вон Барсик тут уже вовсю. Барсик, будешь пробовать лимонад? Ну-ка. Сладкий, сладкий. Ой. Это прям вот тот доктор Пеппер, который был в 90-х, как он сейчас, смотрите, трясется прям стол. Землетрясение. Вот. Нормальная тема. Так, это ладно. Это вон Барсик у нас тут. Барсик. Скажи всем салам. Салам. Всем салам. Так, теперь давайте пробовать. Кстати, да, мне сегодня только что Саша только что написала. Огромное спасибо. У меня уже 2500 растут. Спасибо вам огромное за это. Всем, как говорится, от души и сердца. Так, ну что, давайте пробовать шаверму. Так, шаверму будем пробовать. Пока не понял. Видимо, я до внутренности еще не дошел. Пока что-то ничего не ощущаю. Вон, сиди, смотрите. Обездоленный. Дайте-ка мне тоже что-нибудь, да? Сейчас тебе дадим что-нибудь. Ты шаверму не ешь. Вот, начинка. Ну нет. Хрень полная. Нет. Хрень полная. Оно вкусное, но... Нет. Один раз поесть, больше нет. Она какая-то... Вот знаете, не чувствуется такого вкуса шавермочного. Там... Вот видите, как внутри. Ну, не знаю. Мне не нравится мне. Не, не скажу, что это прям совсем плохо, но это... Это что-то примерно, знаете, как тот... В ленте или в оке я как-то брал, я ее даже есть не стал, я ее выкинул. Она невкусная была. Это еще более-менее. Ну, вот с этим... Вот доктор Пеппер забивает... Вот, кстати, вот это вот самая тема. Но оно стоило... Слушайте, она дорогая, но вот в ленте эконом... Она стоила что-то, я сейчас не припомню сколько, ну вот, наверное, то ли 60, то ли 50, что-то такого. Вот, вот это вот, кстати, тема. А шаверма, ну, так себе. Так, ну, получилось на 3.30. Вот, так что, ребят, всем, кто кушает, приятного аппетита. Вот, если вы задумаете покупать, или вот Олег будет, кстати, тебе привет. Если ты будешь делать, я не знаю, у тебя есть обзир на шаверму из Пятерки? Не рекомендую, не бери зря потраченные деньги. Вот, ну мы раз попробовали, значит буду знать, что больше. Кстати, у нас шаверма, которая вот этот, как она от Васи называется, или просто Вася у Пятерочки, вот в этой, ее закрыли, а ту, которую я показывал, что там никто не заходит, никто ничего не ест, она еще пока держится. Так что так, ладно, ребят, всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, всего самого наилучшего, до скорых встреч, пока-пока, а мы будем доедать вот это вот. Хрень, хрень. Полная хрень. А по-моему, это охренительно смешно.